эта тетка стояла и руку подняла вот так наверх и мерила. Потому что я так один раз стояла на этом, на степи. Заезжаем на корабль, да? Да, на кораблик. На пароходик. На маленький. На пароходик маленький. Интересно, а мы туда, наверх, вот туда можно подняться? А что туда наверх, наверх? Или нет, туда наверх подняться, наверное, нельзя. Ну, смотря кому. Нам, естественно. Работникам, то понятно же. Получается, папа был намного впереди. Классно же. Расскажи подписчикам, куда ты отплываешь. На остров Ванкувер. И что ты там будешь делать? Хэппица. Это что значит для нерусскоязычных? Объясни. С палатками отдыхать. От кого? Не от тебя, пока. Пока нет. От работы. От суеты. От удобства. Потому что там даже нет... Не душа. Ну, душа там есть. От души. Ой, как красиво, вон там, смотри, горы, как слоями лежит небо. Видишь? Вроде как мы задом едем сейчас.
впереди. Действительно, развернемся, вот так и поедем. Давай пока не очень.